Совсем скоро, через пару дней, 1 сентября, День знаний. Поэтому мы уже по доброй традиции. Московская администрация города Бреста совместно с предприятиями «Панда», «Перфект», торгового дома «Львин» и, конечно же, общественное объединение Московского района «Грация Беларусь» пришли к вам с подарками. С подарками и искренними поздравлениями уже не первый год в гости к воспитанникам домов семейного типа под красивым названием «Квартал Новоснецова» приходят представители администрации Московского района. Как всегда, присоединяются к ним предприятия Московского района и общественная организация «Беларусь». Добрые дела эти люди творят по зову сердца, поэтому и мероприятие прижилось и стало традицией. Для каждого родителя 1 сентября, День знаний, это событие большое. Детей это праздник, все-таки за лето отдохнули, кто-то идет в первый класс, первым днем это вообще волнительно. И у нас уже стало доброй традицией в Московском районе накануне Дня знаний посещать детский квартал Новоснецова, в которых расположено 5 домов семейного типа, в которых воспитывается 35 деток, 26, которые пойдут в школу. Да, это помочь в рамках акции «Соберем детей в школу». Ребенок должен понимать, что учебный год в школе – это праздник. Да, это ответственность, это учеба, это труд, но в то же самое время у ребенка должно быть праздничное настроение, он с радостью, с огромным удовольствием должен идти в школу и понимать, что это новая жизнь. Это встреча со своими сверстниками, это встреча с учителями, это новое открытие, это новое познание мира, поэтому мы присоединяемся со всей страной и с нашим общественным объединением «Беларусь» вот к этому празднику и хотим, чтобы каждый ребенок понял, что о нем страна знает. В семье Ольги Кочуровской к подготовке к школе относятся обстоятельно. Все обсуждается на семейном совете. Кому чего не хватает, что необходимо закупить в первую очередь, а что может подождать. Мама большой семьи, в которой 9 ребятишек, всегда и ко всему привлекает детей. Так появляется ответственность. У меня всегда спрашивают, как вот одной, тяжело, трудно, как я справляюсь. А я всегда говорю, дети помогают. И это правда. Дети очень много помогают, очень большие. Большую часть работы берут на себя, они справляются, они молодцы, но это нужно не только нам все вместе, но и ему отдельно каждому. Каждый ребенок уже умеет у меня готовить, он умеет, ну, умеет все, что умею я, да, все, что умею я, все я учу своих детей. Гостям ребята привыкшие, но все равно всегда ждут сюрпризов. Мишка Панда всегда, кстати, сфотографироваться, обняться, вот это радость, особенно для маленького Артемки. Сколько тебе лет? 4. 4 уже? Ты такой же большой? А какой ты хочешь вырасти? Покажи ручками. Вот так. Ой, расскажи мне, как тебе живется в такой большой и дружной семье? Нормально. А нормально это как? Что ты тут делаешь? Не говорю. С кем? И с кем? Один. Совсем один? А братики с сестричками не помогают? Помогает. Смотришь на этих ребятишек, на эти радостные лица и понимаешь, им здесь хорошо. Их здесь любят, и это по-настоящему. Родительский дом, в котором тепло и уютно. А подарки от гостей придутся как нельзя кстати. Ведь скоро в школу, и дети этого события очень ждут. Ждем наших друзей, которые нам приходят, помогают, приносят много подарков. И поддержку какую-то дают, с которой ты идешь в школу. Угу. Встречаешь своих друзей, линейка, ну, все как бы, вроде бы старое, но вроде бы новое. В школу так идти. Честно, в школу хочется? Ну да, там одноклассников встретить. Потусоваться? Да, потусоваться, с бодростью такой. В школу мне всегда нравится собираться, готовиться. Мы всегда с мамой готовимся к этому дню, к данному. Нравится линейка в школе, когда все, уже переходим в новый класс, новые друзья, уже жду друзей своих. Нравится готовиться к 1 сентябрю, когда приходят спонсоры и нам дарят сладкие подарки, нам плюс настроение к 1 сентябрю. Хочется в школу, потому что там друзья, получать новые знания. И повеселиться с друзьями. В благотворительной акции «Соберем детей в школу» приняли участие пекарни «Перфект» и берестейский пекарь, швейная фирма «Панда» и торговый дом «Альвин». А среди подарков вещи нужные – школьные формы, сладкие угощения, продуктовые наборы и подарочные сертификаты на приобретение нужных вещей. А это значит, что есть у нас люди, которые помнят о тех, кому нужна поддержка. Они творят добро, а за добро воздаются.
делиться добром. Задача детей, наверное, самое главное, да, это получать знания, потому что без знаний, наверное, нет дальнейшего движения вперед. Это позволит в будущем освоить ту профессию, о которой они мечтают, и занять недостойное место в этой жизни. Нет такого ощущения, что ты один. Ты понимаешь, что за тобой стоит стена специалистов, которые встанут, помогут, окажут поддержку. Это очень чувствуется. И мы благодарны и детям. Я всегда говорю, что вы должны быть достойными гражданами своей страны, расти, потому что именно государство вас вырастило и вкладывает вас для того, чтобы вы выросли и отдали то, что в вас вложили. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.